Привет вам, друзья! На связи Гриня, и я продолжаю свое выживание в игре Green Hell. В прошлой серии я зарейдил ближайший ко мне лагерь красных, получил рецепт коптильни, и в этой серии я собираюсь собрать кое-какие рецепты и зарейдить второй лагерь. Но у меня проблемы с едой, я ничего не взял из лагеря, у меня нету воды. Совсем я проседаю по жирам и белкам. Только с углеводами, наверное, у меня нету проблем, потому что есть еще запас кое-какой бананов. Ну, плюс эту штуку. Вот здесь я могу пополнить жиры с белками. Так, ну и здесь 1 час можно выбрасывать. 1 час можно выбрасывать. Отлично. Значит, так как у меня нету воды, сейчас хочу попробовать насобирать орехов. Во, вот эти грибы тоже, они мне очень помогут. Да, прям здорово. Ну и все, тогда можно отправляться. Ближайший отсюда рецепт это рецепт... Вот тут еще гляну орехи. Орехов нету. У этой тоже орехов нету. А ближайший отсюда это рецепт ловушки. Садок, которая называется. Значит, я подберу его. Оттуда отправлюсь сразу же за флягой. Так, главное тут не вляпаться в змею в какую-нибудь. Так, ну вроде как чисто. Да. Во, кокос. Это мне очень пригодится выпить. Сколько? 15 водный баланс. Возьму с собой. Так, ну и все. На шифте, в принципе, тут, по-моему, безопасно. Разве что на паука какого можно наступить. Орехов нету. Выяснил я, что орехи, оказывается, тоже лечат от паразитов, то не может не радовать, потому что попадаются они чаще, чем грибы. Значит, вот я нашел рецепт силок. Можно его зарядить. Ну и здесь, если спуститься вниз, то пройдя через эту пещеру, можно попасть к спуску к незаконной золотой шахте. Но я не буду сейчас на это отвлекаться, потому что голод не тетка, и нужно еще за сегодняшний день успеть много что сделать. Я бы хотел в идеале с ночевкой успеть дойти до... Вот еще палка для костра пригодится. Хотел бы успеть дойти до лодочной станции. Возможно, с ночевкой после лагеря этих Абахак. Или как их там называют. Так, ну что, двигаюсь. К палке. Палки 7 пойдет. Да, значит... Инвентарь мой апгрейжен. У меня теперь 2... Как они называются? Туземное копье и туземный лук. Стрел туземных я так и не нашел, но в принципе у меня довольно неплохой запас. 8, то бишь 16 штук. Значит, пошел дождь и... Можно, конечно, разломать кокос и сейчас напиться воды. Но я не буду это делать. Здесь уже рядом в дождь образуется неплохая лужа, в которой я сумею полностью напиться. А именно вот здесь. Еще бы хорошо мне добыть вот этого товарища. А ну-ка, постой, не двигайся. Улыбочку. Оп, не успел я. Да ну, не хочу терять копье.
Давай я подкрадусь аккуратненько вот к этому. Сейчас он остановится. Наверняка. А, ну вот тот уже возвращается ко мне. Все, отлично. Так, пока идет дождь, можно пить как бы чуть-чуть безопасно. 20 водный баланс. Два паразиты. Сразу же лечусь. Песный гриб. Ладно, так, мне должно хватить. У меня есть два ореха. Так, орех не вылечил меня от паразитов. Так, ну ладно, допустим. А вон грибы, кстати. Сейчас я разделаю пекари и полакомлюсь теми грибами, чтобы у меня все было хорошо. Где-то по дороге можно будет сделать костерок и перекусить. Как раз два грибочка заспаунилось. Все супер прям. Прямо то, что доктор прописал. Так, тут орехи. Палка. И вот он джип. Джип находится на координатах 44 на 17. Если тебе нужно, то можешь сюда добраться. Значит, что у нас здесь? Сладкий батончик, фляжка на 100 глотков, закуска и более утоляющая. Так, это место я прохожу мимо. И там впереди будет лужа, в которой я смогу набрать фляжку в бидон. Чтобы можно было... Давай. Потом разломаю кокос, сделаю себе миски и сварю супчик. Так, 5. У меня не хватает, видимо, палок, да? Давай собирать палки. Веревки. Веревки полные. Добыть. Тара-тара-тара-там. Так, еще 8. Орехи падают прямо мне по пути, да? Добыть. Так, ладно, у меня, значит, все по полной. Давай, тогда я сейчас иду прямо к аборигенам. Могут мне здесь попасться... Так, этот клубень не буду брать. Или взять его. Камень. Давай возьму. Давайте, листья, пропадайте уже. Ну. Ну. Отлично. Да. Так вот, ладно, хорошо, больше одного дня. О, бананов, нет места в рюкзаке. Конечно. Пляжку сюда, это сюда. Да, отлично. И ладно. Так, ну все, я затарился по полной. Там вот есть еще вода. И вот он лагерь уже аборигенов. Значит, у меня два копья, 16 стрел. Есть у меня старое видео, где я тоже зачищал этот лагерь. Ну и сейчас я попробую по той же схеме примерно. Сколько их тут? Значит, нужно попробовать. Вот в этого я боюсь стрелять. Могу в текстуру попасть. Ну и, в общем-то, давай начну вот с этого. Вот так, наверное.
Минус один. Отбегаю. Минус один. Голову уже прямо. Минус один. Минус второй. Где-то сюда убежал один. Ах ты, черт. Ну, это как обычно. Так, и... Вон еще один бегает. Есть контакт. Готов. Так, ну вроде все отлично, кроме того, что меня укусила змея. Да. Давай, надо наложить повязку. И, наверное, я даже не знаю, остаться мне в лагере у этих чуваков. Надо сейчас собрать с них стрелы. Что-то это не 16 стрел-то, я так понимаю. Тварюга. Кому-то я в голову тут вообще напихал немерено. Вот этому. Да уж, как он жил-то? А, просто я ему не металлические стрелы пихал. Так, копье. Металлическая стрела. Все вроде. Вон там еще один лежит. Копье. Да, этому тоже напихал. А, у меня всего 8 стрел, значит, было. Это не в каждой пачке по 8, а всего 8 стрел. Ну ладно. Так, я хочу свою стрелу, отдай. Стреловать его совсем неохота. Вот этому в голову тоже обычная стрела прилетела. Но помер он уже от металлической, видимо. Так, у меня совсем все плохо с энергией. Потому что у меня жар. Ну ладно, давай, надо его разделать. Так, это мне не помещается. Кости тоже выбрасываю. Где моя стрела? Вот она. Давай вот этого тоже сейчас разделаю. Походу я сейчас отключусь и буду бороться с подкожными червями. Но ничего страшного. Главное, что этих ребят я всех разделал. И где их лагерь? Он вон там. Так, табак. Табак не спасает от жара. Все, я сейчас рубанусь. О, стрела. Да, твою ж мать. Грязный, подкожный червь. И совсем нету энергии. Главное, чтобы здесь сейчас не остался кто-нибудь. Вроде бы все чисто. Так, вот она, стойка для оружия. Да, все, отлично. Еще что-нибудь ценное здесь есть? Давай пока от червя избавлюсь. Фу, какая гадость, прям. О! Перебинтую. Так, ну это мне не поможет в полной мере. Да, в нем нету стрелы. Ну вот, я опять рубанулся. Ну, хорошо.
Сейчас меня помоет дождик. Давай я посмотрю, что у меня осталось. Кокос, мясо 11 часов. Давай, надо подкрепиться бананами. Ну и, в принципе, углеводы у меня есть. И попробую тогда здесь прямо поставить костер. Так, N. Мне может сейчас не хватить, энергии. Я думаю, так и будет. Так, ну и как же быть? Есть, но этой энергии мне не добавит. Давай попробую из последних сил, что называется, поставить здесь кровать. А, вот здесь, кстати, может не встать кровать еще. Это будет прям... Да. Ну да. А во-во-во. Тогда сейчас лист пальмы. Я понимаю, сейчас темно. Я постараюсь это как-то при... Так, возьми ты лист этот уже. Постараюсь это поправить на этапе монтажа. Так, я сейчас еще раз рубанусь. Но мне надо тут поспать. Так. Есть у меня что-то? Нет, к сожалению. Так, и из-за грязных рук я уже второго паразита себе нажил. Сухой лист. Сухой лист. А где листья пальмы? Да, что-то они разлетелись, будь здоров. Все, отлично. Так, что с показателями? Да, слушай, это прям экстремально. Выпить? И мне надо поспать, в общем. Энергия восполняется очень медленно. Придется спать до упора. Ладно. Зато... Так, и мясо испортилось. Ну, конечно. Так, мясо придется выкинуть. Подкрепиться бананчиками. Давай, кокос я тоже съем. Так, что еще? Вот это могу съесть. Это жиры, да? Батончик. Сладкий батончик. Что добавляет? Углеводы. Плюс один паразит и грязные руки. У меня уже 8. Это вообще капец. Так, ну я надеюсь, что мне сейчас попадется какой-нибудь зверь. О, это только змея.
Так, пошли-ка в лагерь, надо поставить миски, пускай вода набирается. О, огонь. Так. У меня все плохо. И пиявка. 8 паразитов. Мне нужны грибы. Прям срочно нужны грибы. Так, хорошо, что дождь меня немножко моет, поэтому... А, все равно грязные руки. Отлично. О, а вот эти грибы это вообще огонь. Я, похоже, сейчас избавлюсь от паразитов. Да, все, отлично. Так, и по показателям мне не хватает углевода. Я могу съесть вот эту штуку. Воду пока... Ой, ну ладно тебе. Травление у него. Тут ты. Так, все плохо, друзья, все плохо. Энергия есть, у меня мало жизни, поэтому, конечно, выпить, выпить. Поход может мне дорого обойтись. Да ну хватит блевать уже. Я не знаю. Ну ладно, две миски мне хватит. Есть. Так, сейчас меня опять вырвет, я полагаю. Давай попробую хотя бы так. Стоп. Как пусто, я же вроде набирал в него воду. Эпик фейл. Эпик фейл. Так, хорошо, вот здесь должна быть вода. Пошли обратно теперь. Ну, в принципе, как ты видишь, я недалеко нахожусь от лодочной станции. Это щелкнуло сейчас.
Так, давай хотя бы два супа. Хоть немножко я восстановлюсь и смогу уже на лодочной станции обосноваться конкретно. Раз суп, два суп. Хотел я посмотреть, может здесь что-то есть полезное. Суп с личинкой. Ну, пускай. Совсем немного меня это поправило. Сладкий. Но этот дает только углеводы. Ладно, миски я забираю. Мне нужны еще короткие палки, чтобы сделать на лодочной станции костер. И, в принципе, я до туда уже доберусь. Так, главное не нарваться на крокодила. Ладно, сейчас еще краба найду. Вот здесь вот в реке может быть крокодил, интересно. А, не попал. И у меня опять кончаются уже белки, видимо. Это его лицо или что это? Отлично. Ужин есть. Да, мясо есть. И пойдем уже тогда к станции. Беру грибы. Все грибы. Что? Еще грибы. О, ну это сейчас можно будет энергетический суп сделать. Потому что в самый разгар дня я уже вырубаюсь. Так, ну вот мы с тобой и добрались. Значит, координаты этого места на всякий случай скажу здесь. Оп-оп. 51 на 19. И, в принципе, место тоже довольно неплохое для базы. Единственное, что здесь, конечно, нужно быть поаккуратнее с крокодилами. По рецептам здесь можно взять угольный фильтр для воды. Здесь вот находится ловушка из палок для рыб. И, по-моему, еще раньше здесь была. Да, вот дальше есть четырехрожковое копье. Явка. Так, ну отлично. Нужно сейчас сделать костер. Так, костер. Обычный костер. Я его поставлю. Это не кольцо камней, поэтому здесь нету смысла особо ставить. Вот здесь вот по
Здесь его поставлю. Для начала хватит мне. Так, а я могу грибов поесть, да? Есть. Есть. Так, вот столько мне должно хватить энергии, чтобы разжечь. Ну уже, ну, да. Все, отлично. Так, ставлю это сюда, вода есть. Это в одну миску сразу же кидаю мясо. А в другую миску кидаю грибы. А, смотри-ка, не... грибной супчик из этих грибов не пополняет энергию. Этого я не знал. Ну ладно, надо будет запомнить. Так, почти полная. Жиров бы мне еще каких-то. Так, ну за жирами нужно идти вот куда-то сюда. Так, тут орехов нету. Бананы не соспели еще, не поспели еще, что во. Ладно, с углеводами-то все в порядке. Так, и что я еще хотел? Я еще хотел посмотреть. Появился ли у меня, да, вот фильтр для воды и вот такая штука появилась. Очень хорошая вещь, ее в лагере надо будет поставить. Коптильня, сушильня, костер, это все было, бамбуковая была, это была. И вот здесь что-то еще появилось. Только для оружия, это вот то, что я нашел. Так, ладно, это все я изучил, это все я изучил. Отлично. Так, хорошо бы здесь поставить сохранялку. Для начала. Потому что спать-то здесь есть где. А вот сохраниться, хотя я, наверное, могу сейчас аккуратненько, обходя крокодилов, перебраться наверх. Я заберу только свои миски. Там наверху есть лагерь. Так, крокодилов нету? Вроде нету. Так, вроде ни пираньи, ни крокодилы меня не покусали. Смотри, вон черепаха ползет. Опа-на. Один. Нет, их там двое. Мы уходим. Совершенно нету энергии. Поэтому просто сейчас иду наверх. Я боюсь просто вырубиться по дороге. Так, ну вот, и здесь относительно безопасно. Я думал, ты выпьешь воду. И можно поспать вот здесь вот.
Опять же, энергия растет плохо. Сейчас уже закат. Так, ну я могу разжечь костер. Использовать. Много сухих листьев. Ну. Что это были за звуки? Так, а чего мне не хватает? Мне не хватает жиров. А это мне, значит, какая-то очень нежирная попалась свинья. Мне вообще не нравятся эти звуки. Вот 22 жиры. И еще 22 жиры. Ну, что ж. Я уже более-менее себя чувствую. И на этом я буду заканчивать эту серию. Спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. И тем, кто оставляет комментарии. Это мне очень помогает. На сегодня это все. И до новых встреч, друзья. Пока-пока.